Всем привет! Сегодня у нас вот такие наушники Baseus N-Cog Magnetic Wireless Earphone S06. Вот так выглядит коробка. Здесь вот у нас типа такая стирающаяся проверялочка для того, чтобы можно было проверить серию и так далее. То есть оригинальная или нет. Ну, сомнений в том, что это оригинал, у меня нет. Здесь кратенько написаны характеристики, серия, и вот так это выглядит. Обычная коробочка, простая. И давайте раскрывать. Вот выглядит как коробка. Вот так она открывается. Это очень прикольно, очень круто. И здесь на английском у нас все на английском языке написано. То есть вот так управляется под iOS, Android. Управление звуком, я так понимаю. Хороший звук. Это я что-то не знаю, что это такое. И баланс VR, то есть, ну, он типа нормально держится. Вот здесь тоже инструкция, что какую клавишу нажать для того, чтобы подключить. То есть полностью инструкция находится на коробке. Вот так выглядит коробка. Это очень прикольно, мне очень нравится такой вот стиль, потому что, ну, по сути, не нужно инструкцию искать. Открыл коробку, поискал. То есть обычно, ну, в принципе, она и не нужна, инструкция, и как делать дополнительно отдельно книжечками, это, ну, не очень интересно. В общем, стильно, прикольно сделана коробочка. Вот, давайте посмотрим дальше. Дальше у нас идет вот такой вот чехольчик для наушников. Прикольный Baseus, фирменный, вот, все круто сделано. И давайте будем дальше смотреть, что у нас внутри. Внутри у нас уже идет наушники, я так понимаю... Нет, так, кабелечек, микро USB, тоже фирменный Baseus. Так, это откуда у нас? А, это с наушничков. Далее инструкция. Инструкция на английском языке, это не инструкция, а гарантийный талон. То есть можно его заполнить и отправить. То есть, с одной стороны на китайском, с другой стороны на английском. Это в случае с проблемой, можно его заполнить и отправить наушники обратно по гарантии. Далее у нас здесь два вот этих крючочка, которые вставляются в уши, и 4 амбушюрки. То есть, ну, по 2 маленьких и 2 побольше. Вот, далее. Давайте откроем наушники. Я их уже открывал, скажу честно. Вот, и забегая наперед, скажу, что они мне очень понравились. Я сейчас использую QCY QY19. Мне эти наушники очень нравятся. И купил вот эти тоже попробовать. Я пользуюсь KZ, QCY, и захотелось попробовать что-нибудь новенькое. Вот здесь регулируется сзади, да, чтобы не болталось, чтобы висело хорошо на ушах. Зажимаем вот так. И, ну, это довольно прикольно. То есть мы укорачиваем, и для любой там шеи, головы подойдет. Итак, смотрим сами на наушники. Вот они выглядят так. Амбушюрки родные, вот эти тоже штучки родные, мне они подходят. Отлично сидят на мне, очень прикольно. То есть левое ухо вот так выглядят, магнитятся друг к другу, то есть можно на шее их застегнуть, и довольно-таки неплохо они магнитятся, что ну, спадать не должны, то есть расстегиваться самостоятельно они не должны. И вот правое ухо. Далее смотрим, провод плоский, но не такой, не сильно широкий, но плоский, и мне это очень нравится. То есть плоские провода, они не так сильно путаются, как круглые, закругленные. Далее мы имеем два пульта, я так понимаю, здесь дополнительная батарея стоит. Просто тут стоит управление, а тут батарея, то есть отдельно разнесены в разные пульты. Пульт у нас громкость, включение, звук и micro USB зарядочка. Выглядит все стильно, все красиво, очень прикольно нанесено Baseus. Вот, и теперь мы их послушаем, все сейчас определимся, сколько они играют, и уже дальше расскажу более подробно. Наушники сидят в ухе хорошо. Вот единственное, что мне кажется, что вот это вот довольно таки длинная, и я не знаю, какая должна быть шея у человека, чтобы такая длинная шнурок, но сидят они на шее удобно, здесь можно их подтянуть сильнее, но тогда у пульты
управления уйдут за шею, и если, допустим, подтягивать их сильнее, нужно впереди. Но так это неудобно бегать. Поэтому они лежат на плечах, пульты, и когда ты, допустим, идешь, то есть если ты подтянул провод, чтобы он не сильно тянулся, вот, тебе нужно как бы, да, то есть чуть-чуть за спину получается тянуться, чтобы взять пульт. Во время бега они не спадают, не выпадают, вот держатся в ухе отлично. То есть не выпадают, но вот эти вот пульты, они как бы спадают назад. И, допустим, если ты хочешь переключить трек, то уже нужно тянуться за спину вот здесь. Поэтому, ну, спереди тоже, когда ты, если вдруг спереди ты бежишь, они будут биться об тебя. То есть это не совсем удобно и практично. Поэтому для бега я не считаю, что эти наушники подходят. По разрядке. Разрядились они за 6 часов 25 минут. Зарядились за 1 час 5 минут и влезло в них 83 мАч. Подключаются они как Boseus NCoq S06, подключение, то есть все без проблем. Подключал я их и к телефону, и к моноблоку своему, да, то есть к компьютеру. С телефоном расстояние у нас общение где-то было 7-8 метров, после этого начинала пропадать связь. От моноблока там, скорее всего, стоит старый модуль Bluetooth, и обрыв начинался уже с 2 метров в радиусе компьютера. У меня работало, только встал уже и начиналось, то есть встал, 2 шага сделал, и уже начинался обрыв связи. По управлению они управляются, громкость переключается как положено, то есть плюсом переключается громкость громче, минусом тише. Но вот переключение треков наоборот. То есть минусом мы идем вперед, а плюсом мы идем назад. Давайте включим что-нибудь. Все, пошла играть. Вот, плюсом мы переключаем. То есть нажимаем на плюс, держим, переключается назад. Минусом переключается на следующий трек. В плане гарнитуры отлично работает, то есть слышно собеседника отлично, шумов сторонних нету, без проблем, даже учитывая, что лежит пульт, в котором встроен микрофон, на плече, да, то есть немного сзади, но слышно довольно-таки неплохо, и вроде бы никаких проблем с собеседником у нас не было. В остальном, то есть вот есть такие минусы, они как бы не беговые, но в остальном они сделаны стильно, качественно, красиво, то есть и я ими буду пользоваться, я их оставлю себе, не буду никуда девать, и буду ими пользоваться, то есть мне они действительно понравились, вот. Буду, как минимум, буду смотреть там, допустим, ютубчик или там фильмы какие-нибудь с телефона, или ну, ночью, если там, чтобы не мешать родственникам. Вот, ну, для таких целей вот оставлю. Конечно, буду в походах пользоваться, как и раньше, QCY, QI19, они остаются фаворитами для меня, поэтому как-то так. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!